Давай тут остановимся. Тошно. Блин, какая красота. Вот ехали мы и ехали, как я говорил, из Италии по другому маршруту через итальянские горы и остановились вот в таком вот шикарном месте. Красота такая неописуемая, не передать. Озеро Дюрензее. Это Зюд Тироль, Южный Тироль. Места обалденные, так озеро, вода цвет такой необычный. Виды обалденные. С Италии выехали, было 25 градусов утра, утром 25. С Италии выехали, было 25 градусов утром. Здесь 13 градусов в горах. Пришлось даже одеться. Люди выходят все в куртках одеты, а мы вышли с машины в маечках и в шортиках. Красиво тут. Здесь все останавливаются. Автобус даже остановился с туристами. Есть на что посмотреть. Как тебе здесь? Красиво. Вот такое я люблю. Вода и горы. Красота. Куда мы попали? В красоту. Все, камера не вмещает то, что глазами видишь. Вода вообще, да, цвет бирюза, красота. Вон прикольно, какие-то горы, да? Прям зубцами он посреди них. Да, озеро Дюрензее называется. А? Озеро Дюрензее. Я уже прочитала. Красиво. Никто там не ходит? Альпинистов там нету? Нету.
Как он, смотри, ну, мост какой. Вон, видишь, ходят люди. С правой стороны, наверное, где-то парковка есть. Через парковку. Красиво, да? Че, пойдем? И недалеко от нас.